Социально-экономическая ситуация в крае остается стабильной. Этому способствует бережливое отношение к использованию бюджета. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров на заседании Координационного совета по обеспечению экономической стабильности. Недавние поправки в бюджет края помогли выделить дополнительные средства на социальную сферу и поддержку участников спецоперации. Владимиров также отметил, что помощь семьям погибших бойцов – одна из приоритетных задач краевого правительства. Мы ни одной копейки, которая сегодня фронту нужна, не жалеем. В части помощи родственникам погибших наших ребят – это наша с вами задача. Всех я поддерживаю, кто сам лично принимает участие, разделяет горе семей. И дальше проведение этих семей до получения выплат, до получения всех необходимых нами предусмотренных сегодня пособий и послаблений – это наша с вами задача, и мы должны для этого довести. Задача эта никак не снимется. На Ставрополье до конца года проведут еще 18 противопаводковых мероприятий. На эти цели направят более 150 миллионов рублей. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Роман Коврыга. Специалисты отремонтируют гидротехнические сооружения, а также расчистят русла рек и балок. Работы пройдут на территории Благодарнинского, Кочубеевского, Грачевского, Будённого.